Несколько дней назад армянские незаконные вооруженные формирования ушли от границ села Сары-Баба Шушенского района. Как передает Дай-Ас со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил так называемый в кавычках глава села Сары-Баба Артак Акопян. Деревня осталась беззащитной. Муссируются слухи о том, что наши солдаты ушли с позиции, чтобы и азербайджанцы отошли на 3 километра. Но сейчас пока ничего не происходит, заявил Акопян. По его словам, на определенное время пришли российские миротворцы для защиты деревни. Но потом ушли и больше не вернулись.